взял с собой уксус, я болью вокруг палатки, чтобы еду, чтобы без животные или медведь, ну, животные любой медведь. Если пойдет на запах, то его перебьет уксусная кислота. Это я читал в интернете. Так я Ну сейчас и так, это сделаю. выглядит мое жилище снутри. Довольно просторно. Окошки, но я не закрыл не до конца этой. От дождя, потому что на улице дождя не будет сегодня ночью. Так, про медведь. Во-первых, у меня что есть? Перцовый баллончик антидох. Им надо прыскать сразу в морду. Вот. И при этом еще можно использовать этот электрошокер. Они тоже боятся звука. Прыгнуть в лицо, ну и... Медведь улетит, убежит, я думаю. Я его пока выключу. Ну и самое, если такое средство, если, допустим, я его увижу впереди, это фальшфейер. Тут надо открыть крышку, дернуть чеку и направить его в сторону огонь. Он подумает, что ну, они меня боятся. Где-то 30-60 минут горения этой штуки. Самое лучшее средство от медведей. Ну и других животных. Но главное, что испугать. Испугать. И там уже надо уходить с этого места.